Производительность труда в обрабатывающей промышленности и меры по снижению тарифов на коммунальные услуги – это очередные темы последнего в этом году заседания правительства. На месте события работает наша съемочная группа. Иван Тулинов выходит на прямую связь со студией. Иван, доброе утро. Какая информация уже известна к этому часу? Да, доброе утро, Вера. В этом году действительно министры собираются последний раз. Эту встречу, этот рабочий момент премьер-министр Бахыджан Сагынтаев анонсировал в начале недели на предыдущем заседании 25 декабря. В тот день речь шла о мерах, принимаемых по снижению стоимости коммунальных услуг. И вот эта тема как раз и перекочевала в сегодняшнюю повестку дня, так как выяснилось, что не во всех регионах удалось добиться снижения тарифов, поэтому уйти на новогодние праздники, сменить рабочий стол на новогодний министры не могут. И вот в целом же, как докладывали члены правительства на предыдущем заседании, эффект от снижения тарифов составит в общей сложности 6 миллиардов тенге. Где-то Казахстан ощутит экономию больше, где-то меньше, где-то тарифы снизятся ощутимо, где-то всего на несколько секунд, но в целом с 1 января казахстанцы увидят в квитанциях новые цифры, которые более ниже, чем те, к которым они привыкли, точнее даже с февраля, да, потому как мы оплачиваем за коммунальные услуги постфактум. Пожалуй, это такая одна из самых интересных интриг сегодняшнего заседания. В 10 часов планируется начало. Сейчас это уже с небольшой задержкой происходит начало заседания. Вот министры только зашли в зал заседания, и сейчас оно стартует. Также сегодня на повестке дня еще одна тема – это производительность труда в обрабатывающей промышленности. Также состоится пресс-конференция по итогам сегодняшних тем, которые озвучатся на заседании. Мы будем за этим следить. Пока у меня вся информация к этой минуте. Вера. Хорошо, спасибо большое, Вань. Мы будем ждать от тебя новостей. Иван Тулинов следит за тем, как проходит заседание правительства. Напомню, оно последнее в этом году.